для себя, короче, запишу на жесткий. Так, вылетели с горы Челиад, он с того направления, и сейчас мы в свободном падении, полете пытаемся преодолеть гору, которая нас разделяет между пустыней и жилыми комплексами. Так, где у нас военная база? Как бы еще ее... А, нет, она далеко остается у нас от нашего пути. Так, маркер у нас стоит на колесе обозрений. Вот туда мы, в принципе, и направляемся. На колесо обозрений. Ну тут самая главная такая вот задача — это перелететь вот эту гору. Если мы эту гору перелетим, соответственно, мы уже все, и тот город до конца, и уже уплывем. В принципе, там в открытое море, если выйти. Луна, звезды, тишина. Самое главное — пересечь гору. Ах. Я почти до обсерватории долетел. Вот сейчас гора. Вот у нас слева обсерватория. Или что это? Ты там не знаешь, что это? По-моему, все-таки обсерватория, да, какая-то? На горе, которая. А, Санек? Ну, там, да, есть такая обсерватория. Ну вот я в легкую так вот перемахнул через эту гору. Это я с Челиада. Ни хрена себе ты улетел. Потом посмотришь. То есть вообще на изи вот так. Чуть-чуть я тут фейлил, конечно, с поворотами. Но я еще и нос задираю у автомобиля. Ну, чтобы далеко лететь, как бы. То есть вот, это все на бреющем полете. Еще и пострелять умудрился, здесь ракеты попускать. Так, мы сейчас... То есть гору я уже перемахнул. Все, я уже влетаю в сектор. Будь здоров.
Спасибо. Правильно. Уже все, я в секторе, меня здесь вообще ничего не остановит. Ладно. То есть я вообще... Сейчас, наверное, подумаю. И полечу как бы дальше. То есть в открытое море вылечу и посмотрю, докуда я там. А там-то уж... Или я в стенку врежусь, как там же, ребят, по-моему, кто-то показывал, что будет, если лететь... Там или машина крашится, ну, то есть по скрипту, что дальше нельзя. Скорость падает у самолетов, там у кораблей что-то там. И может быть даже мы получим ачивку, если на нас нападет акула и нас сожрет. Там... Она называется, по-моему, нужен корабль побольше. По-моему. Так, я сейчас пролетаю, знаешь, где? Yeah. Над гольфовым полем. Поле для гольфа. Ну, я понял. И остается немножко еще чуть-чуть до колеса обозрения и дальше уже это, как оно, портовые эти доки, где каргобоб стоит, там мариозерская фигня, охрана. Центр мы, конечно, пролетели. Где вот небоскребы. Где банк стоит, Pacific Standard. Мы их чуть-чуть левее обошли. Но у нас и задача была долететь до колеса обозрения. В принципе, мы с ней справились. И еще у нас запас высоты ого-го. Огроменнейший. То есть, вот если мы сейчас посмотрим. Ну, конечно, не высоко, но вот самые высокие здания, мы их нормально так. На ихнюю крышу, конечно, бы не сели. Так. Ну все, я на пляжу. Я лежу на пляжу и пролетаю колесо обозрения. Шикарно. Транспортное средство для полета на двоих. Романтик. В принципе, подходит. Так, сейчас я буду пытаться, так, наверное. Ну, я фильмы закачал, короче. Хорошо. Сейчас я пролетать буду мимо аэропорта. Я не знаю, наверное, там придется и закончить мой полет. Потому что что-то дальше в море, как-то в открытый океан я не хочу пока лететь. Но эксперимент удался. Уже рассвет. Ночью вылетел с луною. Сейчас луна все пропадает. Звезды уже давно пропали. Че, ко мне зайдешь в сессию? Если зайдешь, то скоро. Сейчас, да, проверю, как записал. А то я ее что-то битком всю флешку забил. Ну вот. По 30 раз не скажу. Все, я прям долетаю ровно до аэропорта, прикинь. Офигенно. Все на одном, да, с Чилиада. Прямо до аэропорта. И у меня еще есть запас высоты. Но я говорю, я дальше лететь не буду. Потому что вот сейчас вот. Смысл. А? Смысл туда лететь дальше. Ну да. Самое главное было вот показать. Ну что-то у меня тут высота быстро падает. Снижаюсь очень сильно вот на аэропорту.
Вот я в дальние ангары туда сейчас вот по ходу и врежусь. Буду лавировать. Прикольно. Однако. Да, все, походу. Он, по-моему, по скрипту вот прям снижает меня. Спускает вниз. То есть, ну вот, на это здание, наверное, приземлимся. Приземлимся, если нас сейчас отпустит. И будет все хорошо. Ну же. Угу. Все замечательно. Все, вот прям, короче, до последней границы аэропорта мы все приземляемся. Это нормально. Сколько ушло вот? Ну где-то минут 15, да, сколько я летел? Пока ты там фильмы загружал. Что-то нормально. Ну, я на запись поставил, так что посмотреть можно будет. Нормально. Так, хорошо. В принципе. Очень даже. Ребят, подписывайтесь, заходите на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Нам будет очень интересно почитать их. Что вы еще можете добавить? И всем спасибо, что с нами. Всем пока. Удачи вам.